Только шли матери в Коране, и все сидящие здесь, в этом зале, могут получить этот опыт. Если захотят. Только Шри Матери Радхарани может получить этот опыт. Маданатта Махабхава, Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы показать, что это за опыт. И в этом опыте насколько счастлив. Он испытывает Маданатта Махапрабху, он не понимает, что он делает. И что делает пьяный человек? Он начинает расставаться с самым Шри Чива Гасвами говорит, что бхакти, слова Шри, богатство бхакти, о котором говорится в этом стихе, богатство своей собственной бхакти, имеет три разновидности. Он сравнивает садхану бхакти с золотыми монетами. И золотые монеты щедрые люди могут раздавать. Если человек очень счастлив, он богатый человек, он выйдет, он будет раздавать, он будет разбрасывать 1000-рублевые бумажки. Просто от щедрости, от счастья он встанет куда-то на небоскреб и будет кидать, и все будут ловить эти бумажки. А он говорит, что Баба Бхакти сравнивается с Индранилом Мани, с драгоценными сапфирами. Кем нужно быть, чтобы раздавать драгоценные сапфиры? Может обычный богатый человек, даже если он полностью пьяный, раздавать сапфиры? Не может, потому что у него сапфиры пьют. Кто может? Очень богатый царь может. У него есть сокровищница, он заходит в свою сокровищницу, раскрывает и начинает пригоршнями разбрасывать из сундуков драгоценные камни. Но есть третья разновидность бхакти, према бхакти. Шрила Джива Госвами говорит, према бхакти сравнивается с философским камнем. Кто может раздавать философские камни? Никто не знает. Поэтому сам Кришна пришел сюда, чтобы раздавать этот философский камень в виде према бхакти. И он полностью пьяный, и он говорит, что все, я победил весь мир мой, берите все, ничего не жалко. Подходите сюда, все будет ваше, только надо успеть. Нужно оказаться в нужном месте и в нужном времени. Я хотел вас обрадовать, вы все оказались в нужном месте и в нужное время.